Проверить свои силы и знания студенты Орловского техколледжа могут на площадке WorldSkills. Региональный чемпионат проходит в Орловской области уже не в первый раз. Соревнования проводятся по нескольким компетенциям. Среди них покраска автомобилей. С этого года у нас впервые проводится соревнование, конкурс WorldSkills Россия по окраске автомобиля в Орловской области. Таких площадок еще вообще не было, поэтому мы являемся первопроходцами. Оценивают навыки будущих профессионалов независимые эксперты, опытные сотрудники автосервисов. Среди участников есть и ребята из других регионов. WorldSkills построен на тех критериях, которые, скажем так, работают многие сервисы, также дилеры многие. Также это дополнительный опыт, дополнительные знания, новые знакомства, ну и как бы дальнейшее продвижение. Ожидаю какой-то успех, какие-то новые эмоции. Обмен опытом какой-нибудь. Они будут выполнять три модуля. А первый модуль – это будет окраска, подготовка, окраска деталей в системе мокрый по мокрому. Вторым модулем будет проведение локального ремонта деталей. И третьим модулем у нас будет большой модуль – это ремонт деталей с шпаклеванием, устранением дефекта и нанесением лакокрасочного покрытия. В процессе соревнования студенты будут менять друг друга. Орловцы, которые хорошо покажут себя на региональном чемпионате, могут попасть на всероссийский этап и даже в национальную сборную WorldSkills. В любом случае, проигрыши ребята не останутся. За работой студентов наблюдают потенциальные работодатели, участвующие в качестве экспертов и партнеров соревнования. Анна Лобанова, Сергей Руднев, Орел Таймс.